Первый день на работе, должность мэра. В принципе, сейчас наделаем столько дел, поговорим со всеми жителями этого города, выслушаем каждого, кто хочет что-то изменить в этом городе, и прислушаемся к каждому мнению. О, первый посетитель. Войдите, войдите, кто там стучит? Здравствуй, мелкий. Что забыл здесь? Что тебе надо? Эдисон, Эдисон. Что такое, школьник? Когда новое видео? Ну, ты понимаешь, я сейчас работаю у мэра, у меня сейчас, к сожалению, нет так много времени. Ну вот как только освобожусь, как только появится свободное время, я не знаю, может через две, может через три недельки, вот сразу же пойду запишу новый видосик, вот честно. О, войдите! Кто там еще стучит? Все, можешь... Опа, да что так школьников-то много сегодня? Здравствуй, мелкая! Ты-то что здесь забыла? Эдисон! Да, я слушаю. Когда стрим? Одному объяснил, другому тоже объяснил. Слушайте, я сейчас работаю на должности мэра, у меня нет времени просто банально делать видосики, стримить, а должен следить за тем, чтобы ваши родители банально зарплату получали, чтобы все в этом городе было хорошо. Не зря же меня выбрали на должность мэра, нет у меня времени. Да заходите, давайте, кто там еще? О, мелкий, здорово, чё как жизнь? Меня достали вот эти вот, один что говорит, что другой... Ну шо, здорово. Мелкий, ты что, разговариваешь? Здорово! Ты первый раз заговорил? Прикиньте, мелкий начал разговаривать! Мелкий, как тебя зовут хотя бы? То я до сих пор не знаю, как тебя зовут. Скажи, пожалуйста, пока ты разговариваешь. Мелкий. Мелкий, тебя зовут Мелкий? А чё ты сюда пришел? Помоги мне от этих избавиться. Но я им говорю то, что я сейчас мэром работаю. Ну, у меня нет времени просто сейчас ролики записывать и все остальное, а? Поэтому давайте проваливайте отсюда как можно скорее. Зажрался. Ролики не делаешь. Мелкий, ты чё, офигел вообще? Да, в смысле, да я ж мэр! У меня времени нет, я слежу за тем, чтобы город спокойно, нормально существовал. Мелкий, ты первый раз в жизни загорел так сразу. Да войдите, а вас куда стучит уже столько? Войдите! Ёханый ты бабай! Чё за детский сад у меня в офисе? Что один, что другой, что третий, что четвертый. Здорово, здорово, Школотрон! Чё надо? Мелкий, слезь с стола! Слезь с стола! Совсем зажрался. Да это вы совсем здесь вообще очумели, Школотроны? Да в смысле зажрался? Да не зажрался я. Да я мэром работаю. Ну не могу я пока что выпускать ролики. Ну чё ж вы так совсем офигели? Ну вы должны понять то, что я просто... ЧСВ? Да не ЧСВ я, да в как смысле? Фу, да успокойтесь, пожалуйста. Да у меня нет времени просто. Да вы сами выбрали меня мэром. Хватит на меня гнать, пожалуйста. Хуя ж потом покрылся. Сны конченые, кошмары. Мелкий, вставай! Вставай, мелкие дела ждут, мелкий, вставай! Я не думал, что спустя один день после того, как я стану мэром, сразу вот такое на меня набросится. Мелкий, вставай! Мелкий! Вставай давай! Господи, кошмар приснился, прикинь. На меня набросились все мои подписчики и начали меня доставать. Эдисон, где ролик, Эдисон? Когда стримы? Эдисон, ты зажрался, ЧСВ! А я им пытался как-то объяснить то, что я мэром стал, мелкий, у меня времени просто не хватает. Ну, мэром стал. Пфу. Вчера стал мэром. А почему у меня такое ощущение, как будто из Бадуна? Мы как бы вроде не отмечали вчера то, что я стал мэром. Пришли домой, я как бы тебя здесь приютил немножко. Ладно, все. Мелкий, я сейчас копьёчко хлебану. Потопали, давай. Нужно валить обратно в мэрию, только чтобы мама не заметила. Вообще ничего не делай, не дыши, не пержи, не топай, просто тихо иди, потому что если мама заметит, опять начнутся вопросы, типа, сынишка Эдисон, там, когда у тебя уже дети появятся, поэтому лучше мне не надо вот этих вопросов. Подожди, стань возле меня. Дишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, здорово, я не успел с вами поздороваться, потому что, как видели, сначала кошмары были и все остальное. Пошли, подожди, перед тем, как мы уйдем, иди сюда, я тебе с Люсиндрой познакомлю, иди сюда, мелкий, иди сюда. Это Люся, познакомься. Собачура моя, почему-то Люся выглядит больше, чем ты на самом деле. Мелкий, подожди, мелкий, как тебя зовут? Ты прикинь, мне приснилось то, что ты разговариваешь. Прикинь, какой вообще дурдом в голове моей творился то, что ты разговариваешь. Я спросил тебя, как тебя зовут, ты мне сказал «Мелкий». Тебя Мелкий зовут? То есть тебя с самого рождения мама назвала Мелкий?
Ну, креативненько, креативненько. В общем, вот, знакомься с Люсей и давай потопали отсюда, потому что нужно валить с моего дома. Пошли. Мелкий ты дурак, так ты его погладить мог, а не бить со всей дури. Конечно, да, тебе... Люся как бы не кусается, но только тогда, когда ее как бы тоже за ухо не кусают. Мелкий! Ну что ты сделал? Ну все, сейчас отхватывай звездюлей от Люси. Я ничем тебе не помогу. Не надо было. Не надо было ее трогать. Собака там, она у меня бешеная, злая, все знают. Ладно, давай сваливать отсюда. Иди сюда, мелкий. Быстро на кухню, быстро на кухню. Давай быстро сюда. Быстро. Все. Мать, я еще не успел забежать. Ты уже... Привет, мам. Ой, это мой внук. Вот я тебе говорил, что вот такое будет. Не прячься. Мама, это не твой внук, это не мой сын, это просто мелкий. Друг мой знакомый. Когда ты успел, да? В смысле, когда я успел? Что я успел? Я ничего не успел, это не мой внук, сын. Нет, это нет. Мам, успокойся, у меня еще нет внуков. Я знаю то, что вы меня с папой достаете каждый день. Когда там внуки со своим Майнкрафтом. Реально, как бы, даже жизненно. Не то, что в Майнкрафте, даже жизненно. Мать! Я не хочу детей. И это не... Почему ты скрывал, что я бабушка? Мам! Ты не бабушка, это не внук твой. Успокойся, я тебе прямым текстом в лоб говорю. Это не внук твой. Мелкий, ты мой внук? Ну, в смысле, сын? Нет, видишь, нет. Мелкий, ты чё врёшь? Не надо башкой махать тогда, когда тебе не нужно башкой махать. Он кивает. Мне смешно от того, что он всегда кивает. Вот спросить у него. Мелкий, 2 плюс 2, 9? Видишь, он кивает. Ну, кивает, горизонтально кивает. Мелкий, 2 плюс 2, 4. Дай на тебя посмотреть. Мать, успокойся. Это не сын мой. Все, мы уходим отсюда. Заколебало, честное слово. Похож на деда твоего. Мелкий, ты похож на моего деда, прикинь. Да не, мам. Да не похож. Мой дед седой и в очках. Не похож. Все, мам, давай, мы пошли, у нас с мелким много дел. А еще, кстати, мам, я мэром стал. Ты можешь мной гордиться, вот. Ну, в принципе, как когда? Да вчера, прикинь, меня вчера выбрали. Я мэр этого города, прикинь. Вот я реально мэр. То есть твой сын ютубер, мэр, филантроп, миллиардер, плейбой, гений. Как меня только могли бы называть, но я туда, да, но я только Майнкрафтер и мэр. Вот, я горжусь тобой, спасибо большое тебе. Ты, ну все, давай, мелкий, давай свалим отсюда как можно скорее. Давай, пока Люся опять тебе кое-что не откусила. Она ждет внуков. Да не будь никаких внуков, мам, мне всего лишь 23 года, а я еще ебеночек в душе. Все, давай, мелкий, быстренько, нам нужно топать в мэрию. Давай за мной держись, потому что здесь бандиты могут быть, поэтому если кого-то увидишь, сразу кричи. Ты кричать не умеешь. Ну, кивай, я не знаю, кивай башкой, если сразу кого-то увидишь. У нас сегодня с тобой очень много дел. Первый день работы в мэрии. Нам нужно с тобой придумать план постройки супермаркета огромного, Пятерочки, потому что в целом городе за 100 с чем-то серий жизни ютубера до сих пор не построили продуктовый магазин. Нам нужно с тобой будет построить больницу, пожарку, полицейский участок у нас есть в городе? Нет, полицейского участка. У нас в городе только недавно почта появилась. Вот, и школа появилась, что уже, в принципе, хорошо. Тут школа, тут детсадик, тут универ, сразу все в одном здании, поэтому хотя бы прошлый мэр что-то да успел там сделать на ворованные деньги. Зараза-то такая. Мелкий, кофе будешь? А какой тебе кофе, ты мелкий? Нет, нельзя тебе еще кофе. Тревожит меня. Одна вещь, мелкий, тревожит. Мэром быть, конечно, это хорошо. Дверь за собой нужно закрывать, охранник Степа. Мать тебя не в лифте же родила. Тревожит меня одна вещь, мелкий. Конечно, через какое-то время здесь появится огромная моя статуя. Как, ну, типа, я мэр, да. И возле меня будешь ты такой мелкий стоять. Ну, типа, знаешь, там помощник мой, да. Но тревожит одна вещь меня, мелкий. Подписчики. Ютуб. Канал. А, ты же понимаешь то, что... У меня банально не будет времени на то, чтобы записывать ролики. Ты это понимаешь? Я не могу оставить своих подписчиков без роликов. Я об этом думал вчера всю ночь, поэтому, скорее всего, мне такие кошмары и снились. Поэтому, мелкий, я подумал, я даже тебе еще это не говорил, но я подумал. Я сегодня сделаю одно такое заявление. Я тебе еще даже не говорил, какое заявление, я никому не говорил, какое заявление, но сегодня в конце... Этого дня я сделаю заявление, поэтому ты также жди, ты до сих пор не знаешь какое. Потому что я расставил приоритеты, я выяснил для себя, что же будет лучше.
быть мэром, быть главным, или же записывать ролики для своих подписчиков и радовать их просто каждый день. Кабинет мой уже перестроили немножечко, ну как бы, знаешь, новый мэр, новый кабинет, поэтому не удивляйся, что ты там увидишь, и ты тоже не удивляйся, что ты там увидишь, потому что сейчас там будет много шока. Заходи, 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 мне нужно познакомить тебя с чем-то. В общем, смотри, да, я знаю, я всего лишь один день мэр. Но мэр, да какого города, мелкий? Мэр города ютубера. За один день я уже успел встретиться лично с президентом Российской Федерации. Только посмотри, мелкий, это раз. Дальше, после встречи с президентом Российской Федерации я встретился с президентом Украины. Буквально через полчаса у меня состоялась новая встреча, видишь? Видишь, мелкий? Дальше. После этого сразу к нам в гости забежал президент Америки, США, Трамп. Вот смотри, как... Все мне руку жмут. Все жмут мне руку, потому что они знают, кто я такой. Они знают, в принципе, кому нужно подлизывать. Кто здесь является вообще шишкой и боссом. После этого в Государственной Думе я принял небольшой закон. Как ты видишь, это моя реакция на то, что все были против моего закона. Прикинь, какой я закон принял, чтобы отменить пятницу как учебный день. Чтобы было всего лишь 4 учебных дня у школьников. А пятница была выходным днем, таким же, как и воскресенье. И чтобы в субботу тоже никто не учился. Вот. Ставь лайкусик, если на самом деле хочешь, чтобы такой закон я принял потом в будущем. Да, вот это хороший закон. Это у меня, кстати, на стримах происходит чаще всего. Поэтому, да, если ты ко мне на стриме не приходишь, то лучше приходи, потому что, ну вот. А, еще, кстати, да, вот это. А, сразу после вот этих всех заседаний, после принятых решений, мне вручили... Я, короче, первый в истории мэр, которому вручили статуэтку Оскара. Как лучший мэр... Я всего лишь один день мэр, как я сказал. Но ты видишь, сколько у меня всего достижений. А самое главное достижение из этих всех — это фотошоп. Всему голова. Вот. Но это никому не гори. Типа, ну, будет между нами, хорошо. Вот это все. Да. И, кстати, мы уже сюда успели завести бильярд. Я люблю бильярд. А в офисе мэра всегда должен стоять бильярд. И всегда должно стоять то, что мэру нравится. А мне нравится бильярд. Вот, в бильярд я еще ни разу... Слезь с стола! Новый стол! Вот, а в бильярд я еще ни разу не играл, поэтому... Да, вот так. Все, садись, мелкий, садись. Сейчас нам с тобой нужно будет поговорить. Короче, Я не знаю, могу ли я тебе это сказать. Или я тебе уже, наверное, это скажу тогда, когда... объявлю это на весь город. Хорошо? Короче, сегодня я должен был принять решение построить пожарку, полицейский участок, но это все потом, потому что нам нужно с тобой отправиться к Анжелике. К той самой Анжелике, но перед тем, как отправиться к Анжелике, нам нужно забежать в мой магазин одежды. Кстати, магазин одежды, кстати, ресторан. Мелкий, когда ты последний раз в ресторане что-то готовил? Когда ты последний раз хотя бы продал там гамбургер какой-то за 5 золотых монет? Когда это было? Вчера? Неделю назад? Ну, месяц где-то, да? Ну, примерно месяц назад. У меня есть ресторан. Давай, мелкий, быстро за мной. У меня есть ресторан, у меня есть бизнес одежды, у меня есть... Когда я выкладывал последний раз ролик на YouTube? Когда? Вчера? Неделю назад. Ну, где-то месяц, да? Ну, вот. А я сейчас еще мэр. И да, я у тебя спрошу, а когда мне заниматься всеми моими бизнесами, и когда мне вообще развиваться дальше, если все, что я сейчас буду делать, это следить за городом? Так не делается, мелкий. Но у меня всегда есть запасной план. Я же всегда думаю все наперед. Давай, заходи сюда, мелкий. Я тут, короче, втихаря сделал новую коллекцию одежды. Ну, знаешь... коллаборация небольшая с другим человеком. Я так подумал, то, что мы сейчас пойдем к Анжелике, потому что у Анжелики я должен попросить еще одну такую небольшущую просьбу. Всего лишь. Но ее как-то нужно задобрить. Ты же знаешь Анжелику. Анжелика опять начнет там что-то умничать, то, что сходи со мной на свиданку и прочее. Поэтому смотри, мелкий. Это прежняя коллекция. И зацени... Зацени новую. Та-та-та! Ну, как ты видишь, ну, как я уже говорил, я спросил у этого человека, можно ли мне его сюда запиндюлить, потому что я потом
ремнем по сраке тоже не хочу отхватить. Я сначала спросил, она дала согласие, дала вот, да, поэтому, как тебе, мелкий, как тебе? Прям шик, мне кажется, шик, ну, вот смотри, надень. Ну ты посмотри ты на себя, ну ёханый ты бабай, ну красотуль. Подожди, сзади еще написано, сзади, обернись. Мамкин пирожок, мелкий. Ходил бы ты в школу, я тебя в школу, кстати, скоро отдам, да. Ходил бы ты в школу, да, мелкий, скоро в школу отдам. Ходил бы ты в школу, был бы самым красивым. Все, отдавай сюда, отдавай обратно. Да, слушай, дай мерч. Мелкий, ну я тебе потом другой подарю. Все, потопали. Сейчас быстренько бежим к Анжелике, быстренько ее задабрим. Знаешь, что я хочу сделать? Я хочу сделать прямой эфир. Прямо сейчас, в эту же секунду. Прямой эфир, в котором я скажу одну важную вещь. Которую я должен сказать, потому что если нет... Я реально зажрусь, буду ЧСВ и прочее, как мне говорили в моем сне. Давай быстренько сюда, быстренько. Анжелика! Анжелика, цветочек алый моих роз, моих мечтаний, прекрасная моя женщина. Привет, Анжелика, как поживает твой сын? Все хорошо. Короче, Анжелика, не приступим сразу к основному. Мне нужно, чтобы ты сейчас выложил меня в прямой эфир. Я мэр, сын хорошо, что сын хорошо, это очень даже хорошо. Я мэр, ты не будешь со мной спорить, может, на свидание? Анжелика, ты опять за свое. Я мэр, понимаешь? Я мэр. Что я тебе говорю, ты должна это выполнять. Мне нужно, чтобы я попал в прямой эфир прямо сейчас. Вот камера передо мной, запускай прямой эфир, центральный телеканал города ютуберов, запускай, ну даже не знаю. Ладно, давай тогда не будем тянуть кота за его вот это. Хорошо, Анжелика, у меня есть запасной план. Новый мерч для вашего синишки. Мелкий, это ты... Мелкий скоммунизил! Быстро отдал, мелкий! Отдал Анжелике! Анжелика, это для вашего сына. Красотища-то какая! Да, конечно, сыну понравится. Ну, это вам такой презент небольшой, чтобы вы меня запустили сейчас в прямой эфир. Давайте, Анжелика, запускайте. Запускать в прямой эфир, я сейчас быстренько скажу все на камеру. Давайте, я сел, камера передо мной, галстук поправил. Галстука у меня нет, но поправил все, что было. Причесался, эфир через 3 секунды. Готов! Уважаемые жители города ютуберов. Это ваш новый мэр, Эдуард Перец. Так уж случилось... О, подождите, я забыл снять вот эту одежду бомжары. Так уж случилось то, что я должен сделать одно... заявление. Мне нужно с вами встретиться. Собирайтесь все. Забирайте своих детей, внуков, бабушек, дедушек и встречаемся с вами возле мэрии. Я благодарен каждому, кто меня выбрал. Я благодарен каждому, кто решил, что я буду лучшим мэром. Но я не учел одну вещь. Какую и что я хочу вам сказать, поблагодарить лично каждого, пожать каждому руку, я скажу вам при встрече. Поэтому жду каждого, как можно скорее приходите ко мне в мэрию. Я буду вас там ждать уже с Анжеликой, уже с Мелким и с другими жителями этого города. Это важная информация, которую все должны услышать. Вырубай, Анжелика, вырубай. Вырубай, все, стоп, снято. Фух. Ну, мы справились, я справился, Мелкий. Спасибо большое вам, Анжелика, спасибо огромное, то, что помогли. Все, пошли, сейчас там уже люди соберутся, поэтому нам нужно отсюда валить. Давай, мелкий, быстренько к мэрии. Если там уже кто-то будет, просто молчите. Вы, в принципе, сами даже не знаете, что я хотел сказать. Да давайте быстренько выходите. Там уже столько людей собралось. Да будет бунт? Стоп. Вы с ума сошли, какой бунт? Бунт! Я нифига не делаю! Ветерочки нету, винишка негде покупать! Что? Кого? Бунт! Какой бунт? Бомжара, ты с ума сошел! Какой бунт? Костя, ты опять набухался! Какой бунт? Больницы нету, у меня печень болит! Бунт!
У тебя печень болит из-за того, потому что ты бухаешь каждый день, и ты тоже успокойся, бомжара, какой бунт? Бунт! Когда на работу меня устроят... Так хватит поджигать все, бомжар, успокойся! Люди, успокойтесь, какой бунт? Вы с ума сошли, какой бунт? Мелкий, ты зачем пол сломал? Мне надо пол ломать. Какой бунт? Вы с ума сошли, меня только вчера сделали мэром. Какой бунт? Бунт. Костя, какой бунт? Я мэром являюсь часов в 10. Когда ты хочешь, чтобы я успел построить? Да хватит здесь ты... Слушай, ты поджигатель юный. Когда бы я успел здесь, в принципе, что-то сделать? Когда? Я мэром являюсь 10 часов. Вы с ума сошли? Какая пятерочка за 10 часов? То есть, вот так вы меня отблагодарили, да? Вы меня 10 часов назад выбрали мэром, а сейчас уже бунт. Так, зачем я вас собрал? Зачем я вас собрал? Да хватит! Бомжара, подойди сюда, бомжара. Иди сюда. Встань возле меня. Еще раз мелкого подожжешь, я тебе дом твой подожгу. А у тебя дома нет. Волосы тебе подожгу. Вы-то думаете, то, что я вас просто так сюда собрал, да? От нечего делать. Ребят, бомжара, подойди сюда. Подойди сюда, бомжара. Сейчас я с вами поговорю. Но первое то, что я вам скажу сразу, с самого начала. Я снимаю с себя все полномочия мэра. Я больше не являюсь мэром. Все! Все!